освободитесь, если как бы у меня ничего не раскупят, вот, обязательно звоните, встретимся. Так, ну давайте запишу. 8-980. 8-980. 553. 553. Как вас зовут? Виталий. А вас как? Геля, очень приятно. Это вот мой коллега Гена. Очень приятно. А вы давно вообще здесь? Я что-то просто раньше не слышала вообще вот про это. Где-то неделю. Мы сейчас выставку проведем и как бы уедем. Мы сами не местные, у нас просто магазин тут открывается наш. Вот. Мы сейчас проведем, а так во многих городах, то есть не только у вас в первый раз, а так во многих городах. Вы, может, до этого слышали «Красота и здоровье». Да, ну что-то не особо слышала. Да? Ну, просто мы в первый раз вот у вас открываемся, а так во многих городах уже есть наши отделы. Ясно. Ну, короче, к 8 марта можно будет у вас приобрести, конечно, да? Конечно, все сегодня берут, потому что один день акции, вы же не пойдете на выставку, не купите один март за 8 тысяч, например. Вот, а сегодня по акции можно взять. Понятно. У нас акция проходит, отдел открывается, вот, на всю парфюмерию скидки. Ясненько. Блин, прикольно. Ну да, конечно. 8 марта лакост, это. Лакост есть. Не лакост, а это. Че я всем брызгаюсь? Этот. Ну они, блин, дорогие. Как они? Хьюго Босс, нет. Хьюго Босс черные с красненьким. Они просто... Блин, они были, сейчас нет, к сожалению. Нету, да? Они просто новые, это... Буду, да, так закончились. Вот Лакост есть. Для... Окей, можно понюхать. Ну у них это, выставка будет. Да, 7-8 вот марта в этом, в Гринхаусе. Он за 7 тысяч будет выставляться. Сегодня по акции за 1000 можно взять. Могу открыть, там, оценить. Давайте понюхать. А? Что Виталий Спортсер говорит? Ну, что он сказал? Это, в принципе, можно здесь взять однушку сейчас, без ремонта. Потому что новый район, в принципе, знаешь, по такой цене нормально. Как он предлагал. Тут парков нет. Нет, нифига. В новых районах везде, блин, парковка плохая. Это тебе, блин, не середина. Вам на запястье или в крышечку лучше? Да, можно на запястье. Он раньше это пользовался Лакостом белым. А, белым? Да, это мы зашли в Магнит Косметик. Угу. Вот, и там, я понюхаю. Ну, он свежий, спортивный такой, да. Ну да, прикольный. Нравится. Просто тут того я даже не пойму, какой. Он немного. Ну, он что-то набил похож. Ну, Лакост, они, да, одна, один бренд, как бы. А вот этот Хьюго у вас почем был? Хьюго, ну, если по акции, можно было взять за 1000, а так за, ну, 7, в пределах 7 он тоже. В смысле, сейчас можно даже вот этот взять за 1000, да? Да, сегодня только. Один день такой. Да. Вот. Вы же на выставку не придете, за 7 не будете брать. Я и за 5 не возьму. Вот, вот я и говорю, наш как бы это. Решил провести акцию. Я сегодня просто парням говорю, то, что ну, насчет квартиры приезжали, мы же не взяли с собой там ни денег, ничего. Я номер телефона записала. Да, сегодня вот мы часов до 8 будем ходить, как бы. Так что до 8 можете набирать, мы можем встретиться. На номер телефона. Да, я номер записала, все это. А вот здесь по району ЖГ не будете, просто сами сжигая. Вы ЖГ не будете, просто сами сжигая, чтобы не мотаться. Ну просто не местные, я не знаю, что это ЖГ. А, понятно. Живой город. Живой город. Это, короче, туда, вот через мост в другую сторону. А, другой берег тоже. Да, да, да. Вот. Ну, тут и... недалеко, тут вон мост переехал и все. А, ну если что, не знаю. Не знаю. Сгонять. Ну, можно, да.